Ну что, дорогие друзья, всем добрый день. Подходит к концу мой пуш 30 тысяч кубков. Вам не передать, как я рад. У меня уже на аккаунте 29 600. Я проделал немаленький путь. Я начал пушить 30 тысяч еще 2 сезона назад. Я реально утомился. То есть, ну, я не задротил никогда так... если конкретно игр, окей, в некоторые игры я задротил так, но не в мобильные, ну как-то не было такого, чтобы я прям целыми сутками играл. Но вот именно этот путь, именно этот проект меня заставил это делать, и без этого просто никак. Целых 3 сезона я пытался поднять 30 тысяч, я еще не поднял, до конца сезона осталось 15 часов. Таймер уже горит красным цветом, потому что время тикает. И я сказал, что если время закончится, сезон закончится, я не успею апнуть 30 тысяч, я просто сбрею брови. В качестве просто, знаете, фана и наказания. Ну, я надеюсь, что я апну 30 тысяч. Боже, я такой красненький, извините, у меня освещение постоянно в комнате почему-то меняется. Короче, неважно. Фух. Ребзи, сегодня будет последний стрим пуша 30 тысяч. После пуша 30 тысяч у меня будет еще один интересный проект. Несколько даже таких, которые тоже с таким, возможно, маленьким рекордом. Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас я хочу попробовать в соло сыграть на карте все или ничего, потому что Шелли мы в 3 на 3 не поднимем. Она не имеет этого сейчас, на стриме я буду играть 3 на 3. Вот, я хочу ее в соло сейчас попробовать поднять на карте все или ничего с роботом. С роботом. Получится мне это или нет? Я не знаю, сейчас увидим. Ребята, если вы меня поддерживаете, а я знаю, вы меня поддерживаете, многие из вас приходят на стрим и вам нравится, прожимайте лайк. Прожимайте на подписку, чтобы сегодня не пропустить последнюю трансляцию в этом сезоне. Ну и понеслась бой. Всем интересно, чем это закончится. Мне в частности. Не знаю, ребят. Посмотрим, приходите сегодня на стрим и узнаете. Так, для меня сейчас каждый кубок, ребят, оценен. То есть, эти 400 кубков, вы не думайте, что это 400 кубков, как апнуть на новом персонаже, да? То есть, пошел, за час апнул и все. Нет! Эти последние 400 кубков, они будут апаться очень долго и сложно. Так. Нет. Только не на меня, робот, пожалуйста. Тихо. Робот бежит на меня. Опс. Да ну блин, ну какой робот? Ну, что за дела? Минус 5. Фу, все, началось. Все, началось. Такое хорошее настроение в начале было. Дунул. Вздохнул. Все, поехали. Сейчас затащу. Боже, такой красный, как меня это бесит. После этой катки настрой освещения. Я не знаю, как это, на что это влияет. Сейчас я, ребята, по-быстрому верну то, что вначале слил. Я немножко настроил освещение, я теперь не такой убогий красный. Я просто отвлекаюсь очень сильно на то, что у меня вебка немножко, не так передает изображение, как я хочу. И вот я подслился. Сейчас вот без видоса я вот молча играл. И вот как бы нормально. Смотрите, против меня затемилось 3 человека. О, нет, уже все нормально. Так. Сейчас я верну те кубки, которые я слил. А потому что я еще там немножко слил. И мы вернемся снова к каткам. Очередная топовая катка не на видос, ребят. Ну так всегда, катки не на видос, они лучше, серьезно. Вот только я, знаю, что я сейчас не буду записывать и комментировать видос, отыграл идеально. Ну я еще кубки не вернул, серьезно, вот так я слился. Так, как всегда, вот тут такая развязка была только что очень интересная. На меня согрелся в начале робот, вот он, это, кстати, первый робот за всю катку. И меня пытались все поджать, я тупо на гаджете четко перекинул робота, там вообще на изях ушел. Ой, не на изях, а на лоу хп. И, короче, развалил весь центр, забрал все банки. Ну, блин, там очень красиво было. И жаль, это не на видос. Ну да ладно. Так, вот сейчас, я думаю, надо будет забирать Леона. Он мне поможет робота убить. Ну, я, конечно, не так себе немножко рассчитывал это, но да ладно. Походу, я сольюсь третьим. Так, ладно.
Блин, да не застревай в текстуре, пожалуйста. О, братан. Так, изи я еще не выигрывал. Ну как изи? Ха! Фух! Робота на себя дурак сагрил, и в итоге еще получилось как-то затащить. Все, я вернул кубки, которые вначале слил. Все три топ-катки. Смотрите, начало видоса. Врубаю я запись. Начало видоса. Поражение, поражение, поражение. Потом вырубаю запись. Топ-1, топ-1, топ-1. Что будет дальше, я не знаю. Поехали в бой. Не, ну я немножко... Первые катки, не знаете, как блинкомом. Я немножко разыгрался. Поехали. Фух. Ух уж этот пуш. Я так стараюсь, ребят, вы не представляете. Я так никогда не старался, как стараюсь сейчас. Не, ну... На самом деле в ШД... Не, я еще старался, помню, пушил, когда 20 тысяч тоже. Но там было попроще, намного. Интересно, он уйдет, да? А робот куда побежит? Фух, не на меня. Хорошо. Это хорошо. Так, банка одна есть. Нет, нету банки! Вторая есть. Фух. Все, набираем заряды, срочно набираем заряды. Попала по мне. Коза. Забираем третью банку. Все, я в центре. Вот самое главное это центр забрать. Хотя, опять же, не факт. Не факт, потому что это мне еще не попадались почему-то бо. Бо, если тут зайдут в центр, затимятся вдвоем или втроем. Но это, наверное, на 800 кубков будет, не сейчас. Потому что тут бо, ну, неплохо тащит, если затимится, тем более. Так, осталось 8 бойцов. Ну, пока что не страшно. Если сейчас воробушки все затимятся и будут обстреливать центр, тогда будет печально. Если этого не случится, если будет каждый сам за себя, как этот режим как этот режим предназначался, да? К чему он предназначался? То затащить смогу. Если будут тимиться, вряд ли. Ну, сложнее будет. Так. Ой, блин, как воробушек четко стреляет. Оп, хорошо, забираем двоих. Двоих, надо двоих забрать. БК забираем, есть, хорошо. Нет, не зажимайте меня. Плиз. Так, я залетаю в центр. Я залетаю в центр. Так, там ПМ. Рикошет вверху и воробушек. Так, интересно, чем это закончится. Так. Ну, воробушек боится, очкует, видно сразу. Да черт возьми, они там все затимились, блин. Вы видели, они не атаковали никого. Ну, топ-3 у меня получилось взять. Ну, как всегда, на видос похуже, на видос похуже. Но в любом случае, катка затащена. Итак, у меня уже 29614, блин. Сейчас 29700 и остальные 20, ух, 200 кубчей остаются. Друзья мои, это тупо последний бой мой. Ой, последний шанс. Пожалуйста, фух. Вот это самое сложное в начале. Если в начале я затащу, ну, если в начале я отыграю, да, нормально, то, ну, вот это самое сложное это начало. Дальше я, в принципе, стабильно выношу. Для меня самое сложное это начало. Все, сейчас уже накопилось заряд у меня этой пассивки. Давай, 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 покажи мне себя. Давай. Собираем. Тихо, на гаджете, чтобы поменьше урона, а то он не вдвоем, тоже мне герои. Так, тут уже еще одна желающая меня вынести подошла, ну уже у меня 6 банок. Мне чуть-чуть попроще уже. Так, давай, подходи, родной. Моя 7-я баночка. Тихо, тихо, нет, робот, только не на меня. Только не на меня. Отлично, робот пошел не на меня. Так. Че, он не ресается, нет? Так, хорошо, 5 бойцов, но это катка моя. Так, 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 так. Ну что ж, друзья. Фух. Блин, пока все идет хорошо. Плюс на стриме у меня есть прогнозы,
ну, плюс-минус, кого мы будем апать. И, ну, я думаю, что все будет nice. Так, обходим. Так, я даже не знаю, что делать. Робота забирать на себя не особо хочется. Так. Мортис. Блин, 4 бойца осталось. Ага, во. О-о-о, вот этого надо забрать, пацана. Так. Ну и остался Мортис. Топ-1. Так, ладненько, ладненько, хорошо. Что мы еще? Будем еще играть? Я думаю, давайте еще играть. Пока прет, надо играть. Поехали. Надеюсь, вам интересно каточки. Потому что в основном у меня на стриме 3 на 3. Но я думаю, что и ШД тоже может вам интересно. Потому что, ну, тут свой азарт. Я понимаю, что это немножко не тот уровень, но это свой азарт для меня лично. Так, ну тут надо с быком сейчас раз на раз вытащить его и все. О, кстати, 8 бойцов уже осталось. Прикольно. Так, ну быка, опа. Блин, ну то, что Шелли тут идет, мне не нравится. Блин, надо... А-а-а! Так, все, минус бык, наверное. Но я в центре, все, и центр... А-а-а! Нет, пожалуйста, нет, мне надо еще один гаджет использовать, чтобы робот не... Нет! Да нет, кто-нибудь, только не на меня. О, боже, как мне страшно было. Фух. Ребята, робот на тебя без банок, это смерть. Так, надо в центр возвращаться, я не знаю. А там уже все подобрали. Ну, начало не очень. Если я здесь займу победное место, это будет хорошо. Начало не очень. Так. То есть, ну, топ-1 тут рассчитывать... Вряд ли. Но хотя бы плюс кубки это надо сделать. 6 бойцов осталось, но уже как бы не последний. Умираю. Снова робот, снова убегаем. Но хотя бы не возле меня. Меня бесит, когда робот возле меня появляется, когда он мне не нужен. На Шелли робота быстро убить сложно. Без банок. На быке еще ладно, на Шелли очень. Без ульты, без банок. Нет, Шелли не вариант. Так, ну 5 бойцов. Мне ничего не остается делать. Плюс один. Это плюс один. Ну ладно, ладно. Просто не пошла каточка. Такое же бывает? Такое же бывает? Или у вас все катки идеальны? О, вот сейчас центр очень сексуальный, поэтому я, наверное, пойду заигрывать к нему. Так. Вот это я подобрал, да? Сравнение. Так. Хм. Я не знаю, тут еще кто-то есть или нет. По крайней мере, у меня уже есть пассивка. Буду рассчитывать на нее. И ульта у меня есть. Это моя моя подушка безопасности. Ну, по-моему, тут никого нету. Если кто-то был... А-а-а! Никогда так не говорите! Никогда! Когда не проверили кусты, никогда не говорите, что тут никого нет. Всегда идите до последнего. Оп! Блин, там чуть-чуть осталось у нее хп. Добьет ее кто-то? Да, отлично. Да блин, 76 хп, да в натуре выжила. Фух, добили, все, я проконтролировал. Все, теперь в центре, ну, по идее, никого нет. Деду, никого нет тут, все. Так, окей. Мортис Тиму хочет? Я не хочу Тиму с Мортисом. Зачем мне Мортис в Тиме? Шо он мне поможет? На меня робота сагрить? А, вот это все, что он может. Так, тихо. Главное сейчас не подставляться. У меня 3 гаджета. Мортис, я бы тебя принял. Иди сюда. Так, блин, 5-6 банок. Так, опа, робот. Блин, вот это... О нет, робот. Блин, нет! Нет. Убежал, все, отлично. Живой, здоровый. Все пучком. Так. У меня ульта, следующий удар. Есть, ульта есть, хорошо. Опа, а вот этот мне сюрприз нужен.
Но опять же, я не хочу. Пацаны, вы, наверное, простите, но... дела не будет. О, хорошо, хорошо. Да ты шо, ты шо, ты шо. Нет, нет, нет. Фух, стоим, стоим, пердим. Топ-2. Или топ-3 даже, не знаю, она меня первее убила. Топ-2, да. Ну, ребят, мы разменялись, там было очень напряжно. Ну, я считаю, что каточка неплохая. Хорошо, окей, Шелли уже 750. Едем дальше. Бля, я не знаю, сколько каточек сделать. Сколько вы бы хотели каточек на видос? Ну, просто, реально, если пушить, то пуш забирает очень много времени. Я, в принципе, это время готов жертвовать, потому что, ну, надо дойти к цели. А как вы, не знаю, вам интересно смотреть длинный ролик или нет? Я всегда задаю этот вопрос и никак не могу узнать ответ. Это была ошибка моя. Это была моя ошибка. Минус 9. Ну все, в принципе, теперь я знаю, какой будет финал. Финал будет вернуть сейчас эти кубки и завершать ролик. Просто если бы мы шли дальше без поражений, то, в принципе, можно было бы пушить, пока пушится. Но так как я сейчас заруинил, надо вернуть эти кубки и, в принципе, на этом завершать. Джеки. Ну, в принципе, мне не страшно. Джеки, я обыгрывал Джеки на этой карте. Ну, блин, нет, ну... Ха-ха-ха. Испугалась. Так, тут кто-то еще был. Тут кто-то еще. Робот на кого? Отлично, наверх. Значит, тут никого не было. Если бы тут кто-то был, робот бы пошел бы сюда. Так, ну... Мне надо срочно ульту набить. Если я с Джеки столкнусь, надо... я не знаю, сколько она сейчас продамажит, но она с трех тык меня точно вынесет. Поэтому мне надо со второй тыки и добивать ее. Так, хорошо, уже пол ульты нафармил. Так, ноль банок, обратите внимание. Опа, это... А, свеча Тары, я понял. Но она не в кустах. Ай, вот она! А, опять свеча. Нет, боюсь, поджимают демоны. Нет! Да, ну хуже не придумать ситуации. Если я сейчас как-то вырулю, это будет... Да твою ж мать, ну все. Это потерь. Робот на мне. У меня 0 банок. Но если я робота завалю и не умру, это будет чудо. Но это вряд ли. Да ну блин. За что вы так со мной? О, какое-то чудо произошло. О боже. Боже, чудо. Ребята, чудо произошло. Я выжил, господи. Тара опять тут, да шоп тебя. Не хочет тимиться, ну ладно. Я постараюсь вернуть 9 кубков. Не знаю, как это у меня. Мне бы Джеки завалить, я бы много банок получил. Вот сейчас, прям сейчас попробую это сделать. Пока она раненая. О, видели, какой камбэк? Видели камбэк? Да! Пацаны, это катка, она просто... Я рад, что она на видос. Ну, затащил. Банок нет. Вокруг все меня запалили. Ворон клюет. Тара со свечой меня выносит. На меня робот сагрился. О боже, просто 0 банок весь бой был. И в конце вот так вот затащил. Это крутой бой, мне очень он понравился. Я думаю, на этом стоит завершать, ролик уже почти 20 минут. Но если вам нравится это, если вам интересно, чем закончится пуш, продолжение будет у меня на стриме уже совсем скоро. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. Последний заход, последний стрим. Увидимся.